Тем временем неприятная история со строительством дорожной развязки на Брянской нашла продолжение. Если раньше жители Калинина возмущал тот факт, что ее строительство ведется исключительно по ночам, то на этих выходных они встали на защиту сквера, пусть неблагоустроенного, но единственного в этом районе. Рабочие, вооружившись бензопилой, под корень срезали деревья, которые местные жители лично высаживали более 30 лет назад. По проекту, который представил бригадир, на месте деревьев будет проложена временная дорога. И жители улицы 1 Калинина об этом предупреждали. Но горожане уверяют, речь шла о вырубке лишь части деревьев, а не всего сквера. Молодой человек, я вас прошу, оставьте вот этот... Я не могу остановить работу. Я говорю... Я не могу остановить работу. Я же не говорю, мост через качу снести. Я говорю, оставьте деревья, зеленую зону до понедельника. В итоге строители все же услышали мольбы жителей и сдались, пообещав до сегодняшнего дня деревья не пилить. По крайней мере, те, которые стоят ближе к многоэтажке. И сегодня жители улицы 1 Калинина намерены обратиться в районную администрацию, чтобы прояснить ситуацию с этой вырубкой.